Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 31 января 2019 года. Я на велосипедной прогулке. Прекрасная погода, тепло. И я сейчас махану на пляж пансионата «Кристалл». Вот тут он находится, вот эти зеленые крыши. А еду я берегом моря от Анапки, дышу бризом. Вообще замечательная погода, настроение вообще как у отпускника, вырвавшегося из своего офиса. Вот, и знаете, впереди дорога, и все замечательно. Просто можно ехать, ехать и ехать. Дорога хорошая. Ну вот я и подъехал, примчался я на пляж пансионата «Кристалл». Вот здесь вот выход, вернее, на море. Это его корпуса. И сейчас мы едем в дюны, друзья. Я сегодня дал себе такую спортивную нагрузку и домчался буквально за 5 минут до этого места. 2 километра я отмахал по берегу, по песку. Это было не так-то просто, друзья. Ну, здесь ничто не поменялось. Также здесь все распахано, значит, техникой. Кучи в том же состоянии. Все так же лежит весь этот мусор. Вот, я не знаю, в течение недели, что тут. Ну, вроде бы ничего не добавилось. Это уже хорошо. Нет, вот, пожалуй, вот эта куча свежая. Вот эта куча свежая. Ну, тут вот трактор разгребал это все. Вот. Вот эти листья свежие. Ну, это я думаю, это с Пионерского проспекта привезли. Это ничего страшного. Листья, ветки сосны. Вот. Ну, а в целом, конечно, вот такое состояние. Вертолет вижу. Выбираюсь из этой свалки. Вот, кстати, еду по своим же следам. Вот здесь у меня, когда я в прошлый раз был, вот мои следы. Смотрите, интересно. Такие ветра, пески, и даже не занесло. А вот и море. Ветер сильный, поэтому надо ставить велосипед так, чтобы его не уронило. Вот он у меня, конечно, колышется. На море волна. Еду по Пионерскому проспекту, еду не спеша, получаю удовольствие от этого воздуха, от морского ветра в лицо.
остановился здесь, вот я на Пионерском проспекте, сижу на лавочке, отдыхаю. Ничего делать неохота, вот просто сидеть, дышать и даже думать неохота. И даже снимать было неохота, но все-таки я решил камеру взять, потому что мой репортаж сегодня такой быстрый репортаж. И это Пионерский проспект, голые березы. Там недалеко у нас премьера, а здесь вот какой-то лагерь, не знаю какой, как он называется. Вот. Это летняя такая эстрада здесь.